субботу в час дня в Гордыка начнется фестиваль «Антигревити. Наши дети летают». Проводит его фитнес-центр «Экселент» уже в третий раз. Зрителей ждут яркие и разнообразные номера от участников. Впервые будут выступления на гамаках и свои мастер-классы покажут инструкторы. Цена билета 500 рублей. В субботу главной научной локацией города станет выставочный центр «Сибирь». Там идет фестиваль «Наука-0+.» Это крутые локации от всех вузов города и центров развлечения. Можно будет поучаствовать в опытах и интерактивной выставке. Еще будет локация «Делай роботов» и лаборатория «Живой свет». Плюс лекции весь день. Вход бесплатный. Встаньте на эту гребаную победу! Выходит новая спортивная биографическая драма. Теперь про футбол. Главный герой картины – Лев Яшин, лучший вратарь 20 века. Дамы и господа, я попросил бы вас всех оставаться здесь, пока продолжается расследование. После дня рождения известного автора криминальных романов находят мертвым. За расследование берется обаятельный и дотошный детектив. Ему предстоит распутать сеть уловок и вранья, которую сплела семья писателя. Киноманы пищат от восторга от криминальной комедии «Достать ножи». В большей степени от актерского состава. Дэниел Крейг, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис, Дон Джонсон. Проект «Красноярский хайкинг» расширяет географию и запускает новый маршрут «Слизневский обвал». Экскурсия начнется в 12 часов в субботу. Обязательно оденьтесь по погоде и выбирайте обувь на рифленой подошве. С собой чай, кофе, перекус. Место встречи в Дивногорске. До него можно доехать на микроавтобусе, который идет с предмостной площади или личном транспорте. Обратно лучше на электричке. Участие в походе бесплатное. Нужно только зарегистрироваться на сайте. Эльза не показалась тебе странной? Ну, она всегда такая... Главная анимационная премьера недели – вторая часть мультфильма «Холодное сердце». Анна, Эльза, олень Свен и снеговик Олаф покидают свое королевство и отправляются дальше на север, в путешествие, которое поможет раскрыть тайны прошлого их родной страны. На этой неделе «Красноярский сокол» встречается с воронежским «Бураном». Матч пройдет в арене «Кристалл». Билеты от 250 рублей. Приходите поддержать наших. Юдинка в это воскресенье проводит варежку. Это семейный праздник. В этом году будет две отдельные программы – для детей и для взрослых. Всех посетителей ждет новогодний квиз, лекции, показы диафильмов, фотозоны, зимние уличные забавы, мастер-классы и многое другое. А еще эта варежка будет особенной. 2 декабря исполнится 5 лет с момента открытия Юдинки после реставрации. Сезон катков стартовал. В субботу откроется каток в Центральном парке. Причем развлекательная программа будет 2 дня. Начало в 14:00. Особенность катка в парке – кататься можно по аллеям. Уже работает и самый большой каток на Татышеве. На стадионе «Рассвет» – это возле города К – тоже залита площадка в 10 тысяч квадратных метров. Везде есть прокат коньков. А совсем скоро каток зальют и на Театральной площади. Не успели запомнить, где и что начинается, заходите на сайт «Город Прима». А еще спектакли, концерты, маршруты Даманской петли и Китайской стенки, адреса всех новых заведений и афиша звездных концертов на месяц вперед. Отдых в Красноярске начинается на сайте «Город Прима».